Про людей, про маркетинг, про продажи. Мероприятие под таким названием собрало в конференц-зале отеля Hampton by Hilton всех тех, кто заинтересован в продвижении своих услуг, развитии маркетинговой стратегии, совершенствовании внутренних процессов. Сегодня не зря особенное внимание уделяется этапу формирования и упаковки бизнеса. То, насколько налажены процессы внутри компании, остро отражается на ее конкурентоспособности. Центральные спикеры и организаторы – представители компании Bittrex. Bittrex 24 сконцентрировано большое количество инструментов, которые нужны на разных этапах развития бизнеса. Но на сегодняшний день, и мы имеем живое этому подтверждение в виде порядка 100 тысяч порталов, зарегистрированных в белорусском Bittrex24, мы подходим всем от ремесленника до крупных корпораций. Потому что каждый находит в нашем продукте что-то свое. Кто-то начинает оптимизировать процессы постановки задач, кто-то использует рабочие чаты. Кто-то занимается управлением проектами, кто-то заводит бизнес-процессы или использует HR-функционал нашего продукта. То есть для каждого есть свой раздел. Мало привлечь посетителей на интернет-площадке. Важно их удержать и сделать постоянными клиентами, наладить взаимодействие, проверить обратную связь. Об этом мы не только говорили спикеры встречи. Тема актуальна и важная в среде бизнеса. Именно такие вопросы обычно поднимают представители Брестского местного фонда регионального развития на своих мероприятиях. В этот раз они партнеры. Их постулат – от качественной лекции к профессионализму и результату. Бизнес строится, конечно же, на таких основных пластах. Это персонал, это люди, это маркетинг и продвижение и продажи. Поэтому сегодня мы здесь для того, чтобы послушать хороших спикеров, знать тенденции, позадавать вопросы и получить какой-то нетворкинг. На самом деле бизнес заинтересован и увлечен, он всегда следит за тенденциями, за какими-то нововведениями. А насколько вы знаете, выступающие спикеры у нас люди в тренде, поэтому интерес большой. Записано было более 200 человек. С приходом пандемии многие бизнесы ушли в интернет, и это оправдано. Клиент, живущий на удаленке, хочет иметь продукт также без лишнего общения с продавцом. Максимально быстро, удобно и доступно. Это в тренде сейчас, и за этим будущее. Уверены опытные лекторы, что подтверждает актуальность таких встреч. Практика проведения подобных открытых семинаров будет продолжена. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.